Безопасных тебе путешествий. Прощай. У тебя руки иллюзиониста. Добро пожаловать в... Это глава семьи Делвилу. Он возглавляет клан Ульфгаров. Его трудно вывести из себя. Прощай. Как дела? Ради хорошего разговора можно отложить все дела. Что новенького? Ходят слухи, что Нервалин покинул Моровинд и отправился с экспедиции на Акавир. С тех пор о нем ничего не слышно. Моровинд всегда был беспокойным местом, а сейчас там стало еще хуже. Пока. Еще увидимся. От тебя пахнет смертью. Часто вызываешь нежить? Как дела? Привет путешественникам! Добро пожаловать в путь унылости! У северной границы Сирадила есть малонаселенная горная гряда, называемая горы Валус. Удачного тебе дня! Ради хорошего разговора можно отложить все дела. Приветствую. Доброе утро. Салют. Приветствую тебя! Хуже огра могут быть только два огра. Крепкие ублюдки, и заклинания будто отскакивают от них. Надо же! Береги себя! Прощай! Добро пожаловать в путь унылости! Чем могу помочь? До свидания!
ради хорошего разговора можно отложить все дела. Если ты на дороге, обычно можно убежать от чего угодно. Конечно, если ты в хорошей форме и не носишь вериги. Да? До свидания. Береги себя. Помогите! Помогите! На меня напали! Как дела? Привет. В путь унылости пришла беда. Что тебе нужно? Далвилу был убит, и нас обвинили в этом преступлении. Чёртовы эльфы! Они хотят обесчестить нас таким образом. Хрол Ульфгар был убит. Это сделали Далвилу. Они заплатят за свое вероломство, подлые данмеры. Удачного тебе дня. Молодцы. Ты думаешь... Сейчас ты упадешь и кровью.
пьешь кровь! О, боги, как можно! Сейчас ты упадешь и истечешь кровью. Я снесу тебе голову. Давай покончимся. Даже крабы дерутся на крабе. Прямо в Сабенгард. Умри! Умри, тварь! Я! Помогите! Убийство! Убийство! Все Ульфгары мертвы. Что случилось с ними? Что заставило напасть на нас? Все Ульфгары мертвы. Что случилось с ними? Что заставило напасть на нас? Отлично, маленький паучок. Разве может быть что-то приятнее, чем враждующие друзья? Можешь порадоваться раздору, посеянному тобой, смертный. Что расскажешь? У тебя руки целителя. Пожалуйста, говори.
Я слышал, монахи были очень гостеприимны. Мои источники сообщают мне, что камень Савиллы пропал. Он у тебя с собой? Превосходно. Теперь защитные порядки дворца не помеха для моего зрения. Хорошо, что император не знал, что этот камень у них. Он приказал бы его уничтожить или забрал у них и хранил бы его под замком в своем дворце. Когда я узнаю то, что мне нужно знать, я позову тебя опять. Теперь давай покинем дом Хелвеюса. Нельзя злоупотреблять гостеприимством. Да укроет тебя тень. Как дела? Эта глава «Мистериума Заркса» очень сложна. Я пока еще не расшифровал текст, описывающий оставшуюся часть ритуала. Надеюсь, у тебя дела идут лучше. Я не буду спрашивать, на что тебе пришлось пойти, чтобы добыть его, друг мой. Я слишком хорошо знаю порочность принцев Обливиона. Ты можешь отдать мне этот артефакт? Помни... Ритуал уничтожит его физическую форму. Он не появится в Тамриэле еще много лет. Ах, звезда Азуры. Легенды не преувеличивают ее красоту. Тебе нужно поговорить с Джоффри. Ему нужна твоя помощь. Проблемы в Бруме, я думаю. Прощай, друг мой. Приветствую. Я только что получил известие от графини Брумы о том, что близ ее города открылись врата Обливиона. Похоже, мифический рассвет привел в действие свой план нападения на Бруму. Тебе уже удавалось справляться с вратами. Теперь нужно помочь страже графине закрыть их. Когда они увидят, как это делается, то смогут сами закрывать врата, возникающие около города. Капитан Бурд ждет тебя за городскими воротами Брумы. Он покажет тебе врата Обливиона. Хотя я сомневаюсь... что можно не заметить. Тебе нужно немедленно встретиться с капитаном Бурдом. Чем быстрее будут закрыты эти врата, тем лучше. Приветствую. Добрый вечер, сэр. Чем могу помочь, сэр? Мифическому рассвету никогда не захватить храм Повелителя Облаков. По крайней мере, пока жив хотя бы один клинок. Прощай. Приветствую. Рад тебя видеть! Мы подумали, коли у нас есть герой Кватча, зачем нам самим пытаться найти способ делать то, что уже делали другие? Мы ждем твоей команды! Просто скажи, и мы последуем за тобой в эти адские врата. Хорошо, дай мне минутку. Мне нужно переговорить с моими людьми.
Они все сейчас немного на взводе. Хорошо, парни, слушайте. Мы должны закрыть вон те врата. Никому не хочется туда лезть, но это наша работа, и мы сделаем ее. Если нам это не удастся, Брума превратится в дымящуюся груду щебня, как это уже произошло с Кватчем. Но здесь это не повторится. По крайней мере, пока я капитан стражи. Бор, Сорен, вы пойдете со мной. Остальные остаются снаружи и должны убивать все, что вылезет из этих врат. Покажем этим ублюдкам, как делаются дела в Бруме. Пока все идет хорошо. Осторожно! Тебе просто не умереть! Учи! Пока все идет хорошо. Он еще один. Пока все и... Какое кошмарное место. Я не понимаю, как мы сможем... Нет. Нет, мы можем это сделать. Мы должны это сделать. У нас нет выбора. Я рад, что ты здесь. Без тебя у нас бы не было ни единого шанса. Что будем делать дальше? Мы будем удерживать эту позицию сколько сможем. Thank you.
Сдавайся!
меня! Надеюсь, ты знаешь, что ты. Крайне признателен, сэр. Теперь я увидел, как это делается. Мы с моими гвардейцами сможем закрывать любые врата, что откроются рядом с Брумой. Ты сделал это, капитан. Ты закрыл врата Обливиона. Мы уже не надеялись увидеть тебя живым. Поверь мне, это было совсем непросто. Но благодаря нашему другу, я теперь знаю, что мы можем закрывать эти адские врата. Мы можем защитить Бруму. Как поживаешь? Хорошая работа. Капитан Бурт и его гвардейцы теперь смогут справиться с другими вратами, по крайней мере, сейчас. Но стражники Брумы не могут защищать город вечно. Дейдра Обливиона бесчисленны, в отличие от гвардейцев Брумы. Нам нужно собрать всех возможных союзников до того, как кольцо осады вокруг Брумы сомкнется. Если мифическому рассвету удастся открыть здесь великие врата, городу понадобится очень сильный гарнизон, иначе не выстоять. Тебе нужно поговорить с правителями других городов Сиродила, а также с советом старейшин. Проси их послать Бруме подмогу, пока еще не слишком поздно. Мартину удалось достичь некоторого прогресса в изучении мистериума Заркса, пока тебя не было. Тебе стоит поговорить с ним об этом. Брума не сможет сдержать орды Обливиона в одиночку. Тебе придется попросить правителей других городов Сиродила прислать подмогу. Тебе нужно как можно быстрее поговорить с правителями Сиродила. Опасность, грозящая Бруме, растет с каждым днем.